Добрый день, друзья. Попался вот такой ключик в разобранном виде, сломанный. Хочу показать устройство. Вдруг кому-то интересно. Вот. Ну, не хватает пружинки и... То есть один работает элемент. Пружинка, упор. Ну, получается, что вот так вот колесо может крутиться, оно вдавливает. А вот против часовой стрелки не может, потому что упирается. Соответственно, одеваем с одной стороны на шляпку болта. Если вот так вот надели, то мы можем так вот его закручивать. Если мы ее перевернем, разобрано вниз, то мы сможем откручивать. Вот такое вот нехитрое устройство. Давайте я его сейчас соберу. Ну, вот он так выглядел. При этом, смотрите, цена 4,40. Три детали выбитых на станке, две заклепки, ну вот выточенных две кусочки стержня, очень, две пружинки, то есть, на мой взгляд, явно завышенная цена. Ну вот такой вот значок, то есть 10 на 12, у меня был больше, типа 12 на 14 или 14 на 16, не помню. Вот. Ну, в принципе, так и удобно, что они с трещоточкой, вот ходовой размер, не намного больше, чем обычный, а получается, ну, удобней. Ну, вот нарисована стрелочка, куда вращается. Вот они. Никелированный. Ну, вот с таким значком ключей довольно много и часто попадается. Да, по-моему, я топор еще видел с таким недавно значком. Вот. Благодарю за внимание. Всего доброго.